Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости нашего канала. Добро пожаловать на наш канал. Наш канал «Наша деревенская жизнь». Мы вам рады. Смотрите, мои гусечки вкусняшечки кушают, яблоки. Спасибо соседям. Есть такие жильцы деревни. Короче, как говорится, можно сказать так, ими можно гордиться. Это правда. Особенно вот мои соседи рядом. Вот они. Я их сегодня пасти не буду, мне некогда. Ну, если только к вечеру выпущу, а днем мне некогда, я сегодня в город собираюсь. Вот такие вот дела. Вкусняшки любят, вкусняшки всякие, яблоки, кабачки, тыквы, огурцы. Все, что вот такое есть, они все это любят. Все овощи любят. Да, мои красавцы. У них есть яйца, чтобы их вкусно кормить. Я никогда не позволю, чтобы мое хозяйство в загонах или вообще голодные сидели, или я, чтобы я там наслаждалась едой, а у них ничего не хватало. Нет, нет, нет. Я лучше сама буду голодом сидеть, но у них все будет всегда. Да, мои красавцы, да, кушают и благодарят меня. Всем пока.